Где Нина? Она сказала, что будет в 8, а сейчас 11. Ты слишком ее распустил. Она стала еще грубее, чем всегда. Тут что-то не то. Она влюблена. Она тебе об этом сказала? Нет. Ну, меня не обманешь, у меня чутье матери. Она дерзка и нахальна. Что с нее спросишь? Росла без материнского глаза. И кто в этом виноват? Спасибо. Я. Во всем виновата одна я. Посмотри, как он похудел все из-за этой проклятой работы. Как? Вы ее все еще не кончили? Бесчисленные поправки. Каждый требует своего. А он все исправляет. Наконец-то. Ой. Ты где была? Купалась. Одна? Ну, естественно, нет. С кем же? Тебя это очень интересует? С возлюбленным. Это как понимать? Ой. Слушай, я прошу тебя, помолчи, а? Нина! Дед, пусть она помолчит! Ты с кем разговариваешь? Я твоя мать. Ты? Слушай, мама, иди-ка ты к себе и прихвати с собой своего мужа. Нина! А ты что молчишь? Я, Тасенька, не молчу. Нет, ты молчишь. Ты заступись за жену, скажи, что ты не позволишь со мной так разговаривать. Ой, слушайте, ну без вас было так хорошо, было так тихо и прекрасно. Тасенька, может, действительно пойдем к себе? Сиди! А тебе это нравится? Успокойся. Я знаю, ты радуешься, когда она мне грубит. Тебе все в ней нравится. Даже то, что у нее есть любовник. Ты смешон, понимаешь? Смешон а ты мужчина, во всем, над тобой все смеются. Ты полагаешь? Я это знаю. Еще бы. Оставить место из-за какой-то ерунды. 3 года корпеть над... Хочешь знать, что о тебе говорят? Что ты выдохся, что этот Самсон обвел тебя вокруг пальца, а сам ты уже ни на что не способен в науке. Ноль! И это молодо тебе говорят. Скажи ему, что это правда. Ну, не надо нервничать, Тасенька. Подумать только, быть всем и стать ничем. Ради чего? Типичный интеллигент. Это все? Так вот, я действительно интеллигент. И твой дед... Интеллигент. Я из тех русских интеллигентов. И как интеллигент я говорю тебе, я очень люблю тебя, Тася. Но если когда-нибудь ты или твой муж разрешите себе вмешиваться в мою жизнь и работу, то действительно вылетите отсюда, как пух. Запомни это. А теперь ступайте к себе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем, Вадик. Ну и попал ты, милый, в семейку. Скажи, это правда? Что? Про любовника. Пока нет. Ну, приготовься, дорогой, что это может стать правдой.